В рамках проекта партии «Единая Россия. Школа грамотного потребителя» состоялась акция «Международный день соседей». В Одинцово мероприятие происходит в формате «Навести соседа». Депутаты Совета депутатов округа от партии «Единая Россия» навестили на дому экс-директора Одинцовского районного дома пионеров Галину Нащекину. Поздравили ее с 90-летием, пожелали всего самого наилучшего, вручили благодарственное письмо от главы округа Андрея Иванова, а также цветы и подарки.